Минуточку внимания, хочу посмотреть бизнес нашей семьи. Наш бизнес — это спортзал в городе Арзамас. Находится он недалеко от банка Арзамаса и недалеко от перекрестка. Также его можно найти легко в GPS. Пишите GPS, 6 раздел и 21 бизнес. Вот, Титан Кирилл Гейм. И сюда приезжайте, тренируйтесь. Что здесь можно изучить? Здесь можно изучить все стили боя. Спарта, кунг-фу, кикбоксинг и удар с локтя. Если вы выучите все стили боя, вы сможете легко давать пилюлей другим игрокам. Но самое лучшее из них — это кикбоксинг либо ударсток. В нашем спортзале отличные ринги и можно драться на деньги. Также есть много тренажеров. Обязательно приходите именно в наш спортзал, вход, конечно же, бесплатный. Всем привет, с вами Кирилл, и вы на канале Кирилл Гейм. Мы сегодня мы играем в криминалочку на серии Amazing Holy Play, первый сир, мнитесь Кирилл Путбуль. Не забывайте вводить по них по регистрации, и также не забывайте вводить мой промокод. Кирилл Гейм, пишите капсу вместе. Как только вы достигнете 5 уровня, вы получите 50 тысяч. Как только вы прокачаетесь до 10 уровня, вы получите 100 тысяч. Так, сегодня у нас будет, короче, необычный видосик, не летсплей даже, а такой топ самых богатых людей на проекте. Да, чуваки, не на серии, а на проекте. Сейчас мы вместе с вами, вместе со мной посмотрим, кто самый богатый человек на каком сервере. Надеюсь, вам это понравится. Пацаны, давайте поактивнее, блин, ставьте лайки, там, не знаю, подписывайтесь на канал, кто не подписан. И погнали! Итак, короче, будем мы смотреть самых богатых людей через сайт Амазинга, если что. Ну, другим образом это никак не сделать. Я все еще, пацаны, болею, поэтому мне трудно делать видосы, но я все равно стараюсь для вас снимать. Просто, пацаны, обязательно поставьте лайк, потому что активность очень упала по Амазингу, да и вообще на канале, из-за того, что я начал редко выпускать видео, не так часто и не так много, как каждый день. Поэтому поддержите меня лайком, чтобы активность снова вернулась. Так, давайте начнем, думаю, по порядку с первого сира. Итак, первый сир. Извиняюсь перед игроками, которые я буду читать ники. Если не буду правильно читать, то извиняюсь. Короче, у нас тут два, на первом серии два лидера. Это Хабиб Хабибов и Шелдон Купер. У них 155 миллионов у обоих. Только у Хабиба больше на, сколько, на 55 тысяч получается больше денег. Они реально назря в назрю просто идут по деньгам. Ну, 155 миллионов у них, короче, есть. Но это довольно-таки хорошая сумма. Вот честно, у меня самая большая сумма была, это 51 миллион на руках. Напишите в комментариях, какая у вас самая большая сумма была за все время, только без броня, реально, за все время, какова самая большая сумма была на руках. Итак, я думаю, не будем долго задерживаться, идем дальше, в принципе, здесь все понятно, 155 миллионов, это самая большая сумма на первом серии у игрока на руках. Мы не исключаем того, что у них есть имущество, в принципе, но мы его посмотреть не сможем. Давайте посмотрим также уровень Хабиба. У Хабиба 62 уровень, он не состоит ни в организации никакой, короче, вот такие вот дела. Все, идем дальше. Ну что ж, второй серий, пацаны. Томми Николус, или как-то так у него ник, короче. У него 286 миллионов 631 тысяча 353 рубля, короче. У него денег, короче, 286 миллионов. Это уже довольно-таки больше сумма, чем на первом сервере у Хабиба. Поэтому, блин, это очень круто. 286 миллионов. Вы понимаете, у них, ну, это самые богатые люди на всех серверах. Если что, видос, я думаю, поняли. У этих людей еще есть имущество, там, ну, у кого-то есть бизнес, машины и так далее. И у них еще столько денег. Это очень круто. Мне кажется, им некуда даже эти деньги просто-напросто тратить. Ну ладно, в принципе, это не важно. Идем дальше. Да, Аня, давайте посмотрим уровень. Уровень давайте посмотрим данного человека. У него 75 уровень. Он не состоит ни в какой организации. Ну, в принципе, нормально тоже, я думаю. Так, третий сир. Дезмунд Дос. У него 196 миллионов. Тоже неплохая сумма, в принципе. Давайте посмотрим его уровень. У него получается 53 уровень. Он находится в русской мафии. На третьем ранге. Блин. Такой богатый чувак и находится в русской мафии на третьем ранге. Ну ладно, в принципе, это его дело. 57 уровень. Ну нормально, чё. Идем дальше. Так, четвертый серий. Максим Олегович. 284 миллиона, пацаны. Все дальше и дальше мы идем, и все выше и выше деньги у людей. Так, какой у него уровень? У него 36 уровень, понимаете? 36 уровень у него. Он не состоит никакой организации. У него 36 уровень, и у него 286 миллионов, пацаны. Это очень жестко на самом деле. Блин, реально жестко. 286 миллионов. Ну, нормально. Погнали дальше. Итак, пятый сервер. Евгений Мухов. 405 миллионов, пацаны. 405 миллионов. Это просто пиздец. Скажу вам сразу наперед, что это самая большая сумма из всех на всех серверах. Это самый богатый чувак. Ну, по сайту именно. Если смотреть по деньгам, это самый богатый чувак. 405 миллионов. И у него 30 уровень, пацаны. 30 уровень. Выходите? У чувака 30 уровень. У него уже
уже 400 миллионов. Это пиздец. Он находится в ФСБ, должность ранг глава отдела К, 6 ранг у него. Бля, 30 уровень, у него 405 миллионов, и я уверен, еще у него нормальное имущество сверху. Это жестко, реально. Итак, 6 сер Никита Вольф, 93 миллиона. Ну, это уже поменьше, чем у остальных было, но все-таки это 6 сер, как бы. Уровень 46, находится он в организации ДПС, должность у него старший лейтенант, 5 ранг, короче. Ну, довольно-таки нормально, 96 миллионов. Идем, в принципе, дальше. Так, последний, 7 серый, в принципе, Олег Носов. Вроде бы как это владелец казино, я его помню, да. У него получается 247 миллионов, пацаны, 247 миллионов. Так, смотрим. 46 уровень, в организации никакой не состоит. Ну, блин, это уже понятно, но не знаю, как остальные, но его я знаю, что он владелец казино, поэтому неудивительно, что у него столько денег. Ну что ж, вот закончилось. Вы увидели самых богатых игроков на всех серверах, то есть на всем проекте Amazon Roleplay. Надеюсь, вам понравилось это видео. Если здесь будет нормально лайков, я в следующем видео сделаю самые активные игроки, и мы посмотрим самые большие уровни на всех проектах, точнее на всех серверах Amazon. Все, всем спасибо за просмотр. Обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, и всем пока-пока. I said, man, I'm alright. Little did I know I'd be crying all night. Cause I was from the city. She was from the outside. I was from the north. She was from